Все виды поклонения, совершаемые с целью приближения, должны быть направлены только к Аллаху субханаху атаале. Это и есть смысл свидетельства ⁇ Нет божества кроме Аллаха ⁇ Многие люди не знают этого. Многие из тех, кто причисляет себя к исламу, произносят слова единобожия ⁇ Нет божества кроме Аллаха ⁇ не понимая их значения. Ты можешь увидеть, что они говорят ⁇ Нет божества кроме Аллаха ⁇ но когда на них обрушивается какое-нибудь бедствие или трудное положение, они обращаются за помощью Каулия. Ты часто слышишь, как некоторые из мусульман при несчастьях взывают «О Абдуль-Кадир», «О Айдарус», «О Дасуки», «О Тиджани», то есть взывают к этим аулия, которых возвеличивают вместо Аллаха Аззаваджалля. Ты также можешь слышать, как другие говорят «О Али», «О Хусейн», «О Аббас» и взывают к ним вместо Аллаха Аззаваджалля. Эти люди на самом деле не знают смысла слов «нет божества, кроме Аллаха», Однажды, когда один человек сказал пророку, саллаллаху алейхи вассалям, «Как пожелал Аллах и ты?» Посланник, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Ты что, приравниваешь меня к Аллаху?» «Как пожелал один Аллах?» «Как пожелал один Аллах?» Аллах говорит, «Поклоняйтесь Аллаху и не предавайте Ему сотоварищей». Аллах говорит, «Мечети принадлежат Аллаху, не молитесь же никому наряду с Аллахом». Доказательств единобожия много. Даже многобожники из числа курайшитов, такие как Абу Джагль, Абу Лягаб и другие, когда Пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал им: Скажите, нет божества, кроме Аллаха. Они поняли, что это означает, что все их божества, которым они поклоняются, такие как Ляд, Руза, Манат и другие, ложны. И тогда они сказали, неужели он заменил всех богов одним богом? Это поистине удивительно. Поэтому шейху Лислям, говоря о тех, кто не согласен в этом вопросе, сказал, удивительно, как человек, претендующий на знание и познание, не знает того, что знали даже неверующие курейшиты. Неверующие курайшиты поняли, что смысл свидетельства «нет божества, кроме Аллаха» заключается в том, что нет объекта, достойного поклонения, кроме Аллаха. А многие из тех, кто причисляет себя к исламу и претендует на знание, не понимают этого смысла.